Приветствую вас. Коротенький достаточно вопрос. У меня частое перепады настроения, я не знаю, что с этим делать. Я срываюсь на любимого человека и делаю ему больно. Хочу избавиться от этого, но не получается. Смотрите, во-первых, у вас нет вопросов в тексте, да, как бы. То есть вопрос отсутствует. А первое, что нужно сделать, это, наверное, все-таки задать вопрос. Да, то есть, чего вы хотите от психолога. Да, то есть, если вы обратились вот к психологу, и, соответственно, чего вы хотите от психолога. Это первое. Это первое, на что нужно обратить вам внимание свое. То, что вы не задаете вопрос, ну, вероятно, свидетельствует о том, что вы не совсем готовы меняться и не совсем готовы над собой работать. Это первое, что хочется сказать. Дальше, вот второе, что хочется сказать, да, второе, что хочется, наверное, от, ну, что хочется вам ответить. Значит, если мы убираем вот этот аспект, если мы убираем аспект, ну, как бы, если мы убираем аспект того, что у вас могут быть физиологические причины вашего состояния, то речь идет о низком уровне эмоционального интеллекта. То есть вы не очень хорошо понимаете вот, то, что с вами происходит, да, вот, то есть, ну, не очень хорошо получается отдаете себе отчет в том, что с вами происходит. Не очень хорошо отдаете себе отчет в том, что вы чувствуете. Да, не очень хорошо отдаете себе отчет в том, ну, что вы ощущаете. Вот. Ну, здесь может быть и тревога, конечно же. Здесь может быть и страх, здесь может быть и злость. Ну, допустим, злость там, к примеру, на молодого человека вашего, или злость, там, допустим, на какие-то ситуации. Вот, то есть перепады настроения – это неумение, обращаться со своими чувствами, вот в первую очередь. И неумение замечать их, ну, я имею в виду, ваши чувства, да, как бы. То есть вот вы не замечаете и вы не обращаете внимания на то, что в принципе вот с вами ну, вообще происходит, как бы, ну вот в этой ситуации, в принципе. Ну, и на мой взгляд, да, вот на мой взгляд, это вот первое, на что бы я пожалуй, обратил бы ваше внимание, так как бы. То есть замечать ваше, ну, ваше состояние, замечать ваше вот, ну, как бы, изменение в ну, вот изменения в вашем состоянии замечать. Мне кажется, это
Вот то, с чего стоит начать, да? Ну, признать ваши чувства, признать ваши эмоции, признать ваши, там, вот какие-то, ну, потребности, да? Вот. Они же ведь есть у вас. У вас ведь есть ваше, ну, ваши желания какие-то, да, ваши потребности какие-то, то есть все это есть, у вас все это присутствует. И мне кажется, что вот с этого, как минимум, с этого, ну, имеет смысл начинать. Вот. Ну, довольно часто бывает вот такая ситуация, что человек не замечает то, что вот, ну, то, что с ним происходит. Вот, довольно часто такое бывает, к сожалению. Вот, и я бы сказал, что это, ну, довольно успешно, опять же, да, корректируется. То есть в этом нет какого-то такого прямо, знаете, секрета, да, большого. В этом нет, знаете, какого-то вот, какой-то тайны. То есть тайны никакой из этого никто не делает. Надеюсь, вот это вы понимаете. Вот, что, ну именно, что тайны никто не делает. Но работать над собой, да, конечно же, нужно. Ну вот, в этой ситуации. Вот, нужно работать над собой. Нужно как бы меняться, вот. Нужно признавать, вот, ну, как бы, какие-то вещи, которые вот с вами, ну, с вами происходят. Вот, нужно это все делать. Вот. Конечно. Это, ну, не всегда это просто, вот. Не всегда это, ну, приятно, вот. Но опять же, просто потому, что сам, как бы себе самой, вот, ну, признаться в каких-то моментах себе самой признаться нелегко. И это, ну, накладывает как бы определенный отпечаток, конечно. Конечно же. Вот. Но правда в том, что ситуация, она поправима, вот. Да, в вашей жизни что-то происходит. Это верно, ну, это верно, что в вашей жизни вот что-то происходит. В вашей жизни происходит что-то, что, ну, что дает вам как бы вот ну, такие, ну, переживания, такие эмоции. И это вот тоже, ну, ситуация, конечно. Вот.
И с этой ситуацией нужно разбираться, вот, как мне кажется. И вряд ли прямо сразу получится с ней разобраться, да, но вот совершенно точно, ну, совершенно точно с ней разобраться получится, совершенно точно, вот, если этим заниматься, вот, поэтому, да, может быть, имеет смысл вам вместе с ну, молодым человеком обратиться, ну вот, за консультацией, за помощью, да, то есть как бы тут вот ничего плохого, ничего зазорного нет. Ну вот, если вы вот, как бы это сделаете, то есть ничего как бы ужасного в этом нет. Но опять же, нужно решить для себя. Нужно решить для себя, вот хотите ли вы этого или нет. Нужно вам это или нет. Вот. Понимаете, да? То есть тут вопрос, вот он такой, как мне кажется. Вот, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам был, ну, полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Вы большая молодец, что ну, начали вот на эту тему говорить. Вы большая молодец, что ну, проблематику эту начали озвучивать. Вот. Значит, не все как бы потеряно в этом смысле. Значит, вы хотите все-таки что-то менять, значит, вы вот хотите что-то исправлять, и на мой взгляд это вот не может не радовать. Вот. Что ж, желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь.